Что, снимаем? Да. Ир, засовывай руку. Руку засунул, молоток бери, тень делай нам. Да. Молоток чуть-чуть разверни. Не так, в другую сторону. Вот так. Мы готовы. Ты-то мне дреду хотел убрать, нет? Вы остановитесь, пожалуйста, на шляпке, а потом мимо проедете. Ну, шляпка проедем. Это я так понимаю. В смысле мимо, я не понял. Ну смотри, ты сначала на шляпку наедешь, постоим секунду и поедем. Чтоб я, если что, мог разрезать. Это же такая история, банка материал. Мотор. Поехали. Можно? Да, медленно. Не спешите, очень медленно. Чем медленнее поедем, тем лучше. Стоп! Вниз. Ир, вот мне хорошо бы, если бы ты сейчас слюну в кадр там запустила. Раз, два, три. Три. Я после твоих всех экспериментов уже боюсь. Нет. В двух фильмах какие-то, ну, где... Гипсом мне настоящим лицо заливал. Ложи молоток, вытаскивай медленно. Фокус туда, да? Стоп, сняли. Ир, подними эту штуку. Стоп. Вот ты там сдвинула, но не держится на руке. Да, срать. Пальцы чуть опусти. Поднимай. Вот так, вот, отлично. Сняли. Есть мотор. Начали. Ровнее. Не нужно. Вытаскивай. Туда фокус, да. Опускай в гвоздь, чёрт. Стоп, еще раз. Я когда тебе говорю, вытаскивай, ты вытаскивай, Ирка. Знаешь почему? Потому что я же вижу, что кровь стекает с гвоздя. Шприц. Руку к нам чуть-чуть, вот. Бля, чашки нет. Да? Можно. Нет. Он не такой.